Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish без пробега ПРФ в белом цвете 2015 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, мощностью 130 лошадиных сил, АКПП, полный привод. На автомобиле у нас имеется спойлер, камера заднего вида, хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 134 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон, чистый, ухоженный, тканевый, три ряда сидений. Имеется мультимедиа, режим эко, климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, корректор фар, противотуманные фары, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.